В Шымкентском городском филиале партии «Аманат» прошла общественная приемная. На этот раз жители принимали юристы. В рамках партийного проекта «Правовая помощь» горожан и жителей области бесплатно консультировали специалисты департамента юстиции, адвокаты трудовой юридической консультации и другие правоведы. Такие бесплатные юридические консультации партийцы проводят регулярно с целью повышения правовой грамотности казахстанцев. Особенно в этом нуждаются социально уязвимые слои населения. В рамках мероприятия проконсультировали жители, консультанты республиканской общественной приемной партии «Аманат» Ардан Аралбай и заместитель исполнительного секретаря Шымкентского городского филиала партии «Аманат» Ерлан Айтбаев. В январе текущего года по поручению председателя партии Ерлан Жахановича Кушанова был дан старт проекту «Хутық көмек». На сегодняшний день в рамках данного проекта были заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве с Республиканской палатой, с Республиканской коллегией адвокатов, с Республиканской нотариальной палатой и также другими юристами. На сегодняшний день в рамках проекта проведено более 440 приемов граждан, на которых приняли участие более 1000 граждан. Из них более 250 граждан получили на местах положительный результат. Им было оказано содействие в решении их насущных вопросов, такие как составление медиативного соглашения, решение их проблем в первой инстанции, а также в органах досудебного расследования. Общественные юристы могут оказать помощь в составлении исков, защите и предоставительстве интересов в судах, органах уголовного преследования и в других вопросах. Кроме того, специалисты могут проконсультировать и по финансовым, и правовым вопросам. Такие мероприятия помогут повысить уровень юридической грамотности, защиты прав и законных интересов малоимущих граждан. Чаще всего к нам обращаются с вопросами банковской задолженности, например, с проблемами просрочки по кредитам, еще пострадавшие от интернет-мошенников. На сегодня это самые распространенные у нас жалобы. За первых 2 часа работы общественной приемной специалисты по правовым вопросам приняли 10 горожан. К концу дня юристы рассчитывают помочь почти 50 посетителям. Такие приемы партийцы организуют раз в неделю. Айжан Арапова, Асылбек Мансурхан, новости.